Трамп: РФ не была заинтересована в моей победе. Американский президент считает, что России невыгодны низкие цены на нефть, которых он добивается. Россия не была заинтересована в избрании президентом США Дональда Трампа. Об этом заявил сам американский лидер. Россия не стала бы мне помогать. Думаю, что я последний, кого Россия хотела бы видеть президентом, из-за моей позиции по военным вопросам и мощи, заявил Трамп. По его словам, России невыгодны низкие цены на нефть, которых он добивается. Также Трамп вновь заявил, что ему в голову не могло прийти ничего из того, что сейчас ему вменяют относительно сговора с Россией. Ранее сообщалось, что большинство американцев считают, что президент Трамп не добился больших успехов в течение первых 9 месяцев своего пребывания в должности. По материалам сайта Newsgroup.com.